Ставропольская региональная организация Всероссийского общества слепых. Ведущая программы Татьяна Посыльева. Дорогие участники фестиваля «Салют Победы», уважаемая жюри, почетные гости и спонсоры, и, конечно же, вы, дорогие наши зрители. Ставрополье мое, Ставрополье, мой пшеничный и солнечный край, я люблю твоих пашен раздолье и цветущий в акациях май. Ставропольская краевая организация представляет свою фестивальную программу. Да, мы не зрячие, но мы не плачем, с умою жалкою не гнем спины. Докажем миру, докажем зрячим, что по работе мы им равны. 6 апреля 1925 года считается днем основания Всероссийского общества слепых. А 8 июля 1925 года постановлением Совнаркома РСФСР было утверждено положение о Всероссийском обществе слепых. В этом году ВОС будет праздновать свой 90-летний юбилей. А 9 мая 2015 года вся страна будет отмечать 70-ю годовщину Великой Победы. От всей души разрешите пожелать вам мира, здоровья, долгих лет жизни, душевного равновесия, счастья, тепла родных и близких вам людей. Пусть надежда никогда не покидает ваши сердца. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию первый номер нашей фестивальной программы. «Взвейся, песня, и вновь поведай, как страна наш мир спасла. Великой стала та победа, победной стала та весна». Фантазии на тему песен о Великой Отечественной войне. Исполняет народный коллектив, ансамбль русских народных инструментов «Грёзы». Руководитель Игорь Ишутин. Кстати, в марте этого года ансамблю исполняется 25 лет. Итак, ансамбль «Грёзы» — Ставропольская местная организация.
погибли на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Но они своим подвигом каждый день и каждый час, каждым метром фронтовых дорог приближали День Победы. Николай Колбеев. Стихотворение «Я песню спою ветеранам войны» читает Тамара Овечка, Ставропольская местная организация. Я песню спою ветеранам войны. Тихую, нежную, пусть вспомнятся им те забытые сны и бросит их в юность мятежную. Природой нам каждому юность дана, в ней страсти любви ураганы. Но молодость их растоптала война, оставив сердечные раны. Совсем молодыми, на фронт уходя, покинув до боли родное, громили фашистов себя не щадя, не зная ни сна, ни покоя. Теряли друзей и подруг фронтовых, мужали от боя до боя. Спросите у них, ну спросите живых всю правду, что это такое? Спасли они мир от фашистской чумы, от рабства, другие народы. Дарите ж теперь им живые цветы, а мертвому их уж не надо. К ним больше тепла, уважение мы должны проявлять в эти годы. Я песню спою ветеранам войны, а павшим зажгите по свечке. И знайте, живые России сыны, их подвиг всегда будет вечен. Отечественной войны вся деятельность ВОС была подчинена фронту. Предприятия общества слепых выпускали продукцию для нужд обороны. Многие члены ВОС служили в армии слухачами. В обязанности слепых слухачей входило несение боевого дежурства по определению на слух авиации противника. Также участвовали в партизанском движении и принимали активное участие в фронтовых концертных бригадах. В исполнении ансамбля «Грёзы» прозвучат вариации на тему двух русских народных песен –